11 часов в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, Владимир Сметанин. И Анна Лапшина, добрый день, здравствуйте. Ровно через час гостем нашей студии станет Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области. О чем мы будем с ней говорить? Естественно, о туризме. О летнем туристическом сезоне будем говорить, лето все-таки достанет. Конкретный повод для этого. Еще 10 дней назад официально стартовал туристический сезон в нашем регионе. Насколько я понимаю, в этом году он будет проходить, ну, в более свободном формате, потому что два последних года у нас пандемия была, 20-й и 21-й годы, уже к этому моменту некоторые ограничения снимаются, масочный режим, в частности, отменен. А вот, кстати, проведение массовых мероприятий, у нас, по-моему, все еще в силе запрет на них действует, да? Да, но там история следующая. Насколько я понимаю, есть определенные какие-то послабления, связанные с тем, что там мероприятия, например, на открытом воздухе, еще что-то, но потому что мы же видим то же самое открытие. Туристического сезона собрало порядка 200-300 человек и приглашали в открытом режиме туда присоединяться и горожан, приезжать, смотреть на все выступления, слушать и спикеров, и в концертной там, и мастер-классах программе участвовать. Поэтому, ну вот ну, я да, не действительно, знаю, насколько да. оно работает. Само открытие туристического сезона этого года, оно достаточно масштабно проходило. Такой большой праздник состоялся в Юркин-парке, да? В Юркин-парке, если не ошибаюсь. В Юркин-парке, да. Мы попросили звукорежиссера набрать нам немножко попозже. Ну ничего, раз набрали, давайте теперь будем говорить. Потом просто хотели хронологию событий напомнить, акцентировать внимание на том, что... Да, о том, что лето все-таки будет. Май в этом году, он не совсем обычный. У нас ровно, ну, чуть больше 10 дней назад завершился официально отопительный сезон. А с подачи временно исполняющего обязанности губернатора нашего региона в воскресенье он у нас стартанул снова, боже мой. Отопительный сезон, вторая серия. У меня первая мысль была о том, что лето отменяется, видимо. Мы только закончили топить, и мы снова начинаем. Да. Ладно, давайте нашего гостя. Олег Прохоренко с нами на связи, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т+. Олег, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, мы тут, честно говоря, несколько порадовались вчера вместе с Владимиром. Владимир, по-моему, еще днем узнал, что у него дома включили отопление. Да, мне супруга написала в мессенджере, тепло, говорит. А я увидела это вечером, когда пришла домой, потрогала батарею, о, тепленькая пошла. Насколько эта история, во-первых, необычна для нашего города, насколько она сложна для вас, для управляющих компаний, во что это обернется с точки зрения денег? Потому что я так понимаю, что за счастье жить в теплых квартирах все горожане заплатят. Да, ну давайте разобьем тогда по частям. Давайте. Понятно, что ситуация экстраординарная, но сказать, что она уникальная, нельзя. Потому что подчас у нас, ну вот, по-моему, 2 или 3 года назад было точно так же. Единственное, что тогда не подключали жилфонд, ограничились включением отопления для объектов социальной сферы. Школы, детские сады, больницы. Uh-huh. Да, школы, детские сады, больницы. И когда цветет черемуха, в мае у нас всегда бывает похолодание, когда-то это проходит не так экстремально и там за пару дней. В этом году как-то уж очень В этом году очень жестко. До минусовых температур ночью. И снег идет. Да, поэтому тут, я думаю, что правильное решение достаточно и региональные власти приняли, и власти города, ну, потому что действительно холодно. Для нас технически эта задача не такая, наверное, сложная с точки зрения того, что мы ресурс подаем же круглый год, да, ну, за исключением времени на гидравлические испытания, времени на проведение ремонтов и реконструкции. Когда горячая вода в дом заходит, это значит, что есть потенциальная возможность еще и подачи тепла. Так, Олег, еще раз просто вот акцентироваться. Да. Почему-то считается, что вот в момент окончания отопительного сезона вы там или еще какие-то поставщики тепла, они просто перекрывают задвижку у себя, что называется, да, и те сети, по которым отопление идет в наши дома, они просто пустые. Вот эти да, это не так. Это заблуждение. Это не так, по той простой причине, что ТЭЦ, они, в отличие от котельных, работают постоянно, и там, если какой-то котел выводится в ремонт, есть другие котлы, которые работают. Есть еще пиковая котельная, которая всегда может там подставить плечо энергетическим котлам и включить тоже их.
То есть в данном случае источник тепла, теплоснабжения в большом городе достаточно надежен для того, чтобы в любой момент времени быть возможно подать ресурс. То есть вода по трубам постоянно поступает? Речь идет как раз о мероприятиях в данном случае, которые начались уже, это ремонты, гидравлические испытания и реконструкции, но пока они так активно не развернулись. Здесь будет для нас сложность, нужно будет в еще более короткие сроки провести все регламентные работы для того, чтобы подготовить тепловые сети к зиме. Ну, об этом чуть позже поговорим. У нас будет примерно на неделю сдвижка по времени. Да, не понял вопрос? Чуть позже об этом поговорим, да, чем, собственно, последствия-то какие будут, что у нас возобновился. Технологически, как я уже сказал, с источников ресурс подается. Понятно, что для того, ну, почему осенью это разбивается там на 7-10 дней для того, чтобы гидравлические режимы не уронили, для того, чтобы, подавая тепло, мы знали, что оно до потребителя точно дойдет, и будет перепад достаточный для того, чтобы дома запустить. Сейчас вот этот срок был в 2 дня уложен, и большей частью это получилось. Вот сейчас у людей просто вопрос, почему осенью 7 или 10 дней занимает подключение отопления во всем городе, и мы мерзнем, а весной за два дня. То есть вы можете, люди скажут, вы же можете тогда, получается, включить за 2 дня, а осенью, значит, врете. Все равно это нештатная ситуация, это не очень хорошо для тепловых сетей, и нет гарантии, что даже подав тепло, потребитель его получит в этом случае. Но сейчас это не так проблема. Когда это в 2 дня, а не по графику там 7-10 дней. Понятно. Но еще одно, что хотел сказать, и Аня правильный вопрос задала. В данном случае распоряжение, постановление, которое вынесла администрация города, она касается в меньшей части нас, в большей части управляющих компаний, потому что как раз процесс включения дома, как я уже сказал, ресурс подается, это процесс открытия задвижки на доме. Вот-вот, об этом бы хотелось тепло поговорить. Попало в батареи, нужно теплоноситель в батареи пустить именно в доме. Это не относится единственное к центральным тепловым пунктам. Там уже наши сотрудники как раз занимаются этой работой, открывают задвижки, включают насосы, но тоже должно быть синхронизировано с домами. Потому что, представьте, если включить насос на ЦТП, а дома будут закрыты в этот момент, то мы просто порвем все эти давления. Сотрудники сотрудники Т-плюс, когда непосредственно узнали о том, что нужно возобновлять подачу тепла? Потому в воскресенье? В Рио сообщил об этом в воскресенье в 11:30. Суббота, воскресенье, выходные дни, там пришлось дополнительно персонал выводить на работу. Информация об этом у нас появилась в субботу. Соответственно, на воскресенье вывели максимальный штат сотрудников как раз службы эксплуатации тепловых сетей для того, чтобы уже с утра в воскресенье начать включать центральные тепловые пункты, ну и выполнять работы, как раз, которые от нас зависят. Соответственно, параллельно город извещал управляющие компании, насколько я знаю, они тоже отчитываются о том, какие дома запущены, какие не запущены, и в чем причина и так далее. То есть вот этот весь массив информации город собирает у себя. Поэтому у меня понимание есть только по центральным тепловым пунктам, которые мы запустили, а вот по общему количеству домов, где управляющие компании как отработали, такой информации актуальной, к сожалению, полной нет. Важный момент, слава богу, что не ресурсники непосредственно должны обзванивать обслуживающие организации, а этим город занимается, муниципалитет. Олег, я хотела уточнить вот по какому поводу. Вы уже сказали о том, что меньше времени остается там на проведение гидравлических испытаний. Вопрос в следующем. Мы все, когда отключали отопление, отопительный сезон у нас, по-моему, завершился там 12 мая. Да. Официально 13-го в Чепец. Уже видели прогноз погоды там на ближайшие 2 недели. Понятно, что он меняется, но видно было, что идет похолодание. Вот насколько обоснована была эта история с отключением отопления? Может, не надо было просто отключать? Я не могу давать оценку по той простой причине, что это не наше решение. Я понимаю, что это администрация города принимает. Здесь решение принимает, и как бы все риски, связанные с этим, все-таки несет
администрация города, если они посчитали необходимым завершить этот пятимесячный сезон, ну, вот так оно и есть. Понятно, что никогда не бывает такого, что все довольны, и часть горожан и сейчас, насколько я знаю, недовольны, и даже какое-то обращение было в прокуратуру от известного юриста, Ярослав Михайлов, включили тепло. Кому-то тепло, кому-то очень жарко, и как раз исходя из того, что при плохой регулировке в домах действительно может быть жарко, вот в этот период осенний и весенний, и поэтому администрация приняла такое решение. Сейчас там было принято обратное решение при похолодании включить тепло. Я просто пытаюсь понять, это технологически, ага, конечно, это намного сложнее, чем просто там включить, просто продлять, да, электричество. Все-таки теплоснабжение более сложная система, здесь и гидравлические режимы, и объем, давление, ну, в общем, очень много всяких нюансов, и сами потребители в этот момент должны отработать на 100% для того, чтобы все дома получили тепло. Просто теоретически можно же подавать теплоноситель невысокой температуры, я просто не знаю, как это вот технологически нельзя происходит. Нельзя. Аня, дело в том, что вот начиная с нуля примерно градусов, ТЭЦ отпускает теплоноситель, но ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 температура 77 градусов, ниже нельзя. По той причине, 0 градусов окружающего воздуха, который должен нагреть горячую воду в бойлерах. А, понятно. И только для того, чтобы вода была нормативной температурой, а не чуть тепленькая, вот это минимально необходимая возможная температура. Соответственно, если такой температуры будут батареи, конечно, будет жара. Конечно. Для этого есть регулировка в доме. Для этого есть автоматическая либо ручная регулировка, либо ставятся специальные там сужающие устройства. В квартире. То есть в зависимости от того, какой тепловой узел и насколько дом там автоматизирован или нет. Я просто пытаюсь понять, чуть тепленькими батареи можно же держать, наверное, вот в мае, это, да? Это сделать, безусловно, можно. Теоретически для этого, возможно, еще раз, должна быть очень качественная, хорошая регулировка в доме для того, чтобы уменьшить расход теплоносителя на дом. То есть объем теплоносителя, который проходит через ваши батареи. Не температура, а именно объем теплоносителя. Ну и, соответственно, то количество денег, которые кировчане заплатят. Про то, что Олег говорит сейчас, да, что есть недовольные. Я вот смотрю, у нас на ВКонтакте в нашей группе размещен опрос. Вы рады, что включили отопление со знаком вопроса? И там два варианта ответа. Да, не хочу мерзнуть, и нет, не хочу платить. Так вот, главное не перепутать. Да, не хочу платить 70%. То есть люди не рады тому, что включили отопление. Подавляющая часть проголосовавших этому не рады. А рад только каждый третий. Я проголосовал точно так же нет, потому что не хочу платить как-то. А я, да, проголосовала, потому что это невозможно просто. Да, как раз таки история в следующем. Сейчас не все дома подключены по теплу. Как раз по той простой причине, что некоторые управляющие компании получают сигналы от жителей, что мы не хотим. Об этом, да, сообщила и городская администрация. Вот, да. И, соответственно, мы не можем там гарантировать, что все подключились, потому что кто-то отказывается. А что касается оплаты, здесь есть два момента. Первое, большинство домов сейчас все-таки приборено и платят по приборам учета, и за тот объем потребленного тепла вот за этот период, понятно, что это в ЕЖской квитанции отразится. Те дома, которые, пятая, наверное, нет, меньше даже, шестая, седьмая часть жилфонда Кирова, которые не приборены, или приборы учета не поверены, которые платят по нормативу, по 1/8, соответственно, с сентября по апрель, за май они получат квитанцию нулевую, даже при том, что они получали тепло. Они полностью платят за сентябрь, и это понятно, что вызывает недовольство. Потому что не весь месяц. Но в то же время апрель это последний месяц, когда они платят за тепло равными долями. Вот это те, кто по нормативу. Те, кто по факту сколько потребили, столько оплатили, они в квитанции в майске вот это вот, включение тепла, безусловно, увидят. А, Олег, как можно посчитать, сколько примерно придется переплатить? Я делаю это следующим образом. Для того, чтобы ожидать, какая квитанция мне придет, беру сходный месяц, пусть будет апрель. Да, он был не такой морозный. Вот, делю на количество дней,
ту сумму, которая мне пришла за отопление. Предположим, там, если приходит 3000 рублей, делим на 30 дней, получается 100 рублей в месяц. О, в день? 100 рублей в день, соответственно, эти 5, там, я не знаю, сколько продлится, да, вот этот вот маленький отопительный сезон. Если это будет 5 дней, ну, 500 рублей, если там 6 дней, 600 рублей. То есть вот так вот можно условно посчитать, но понятно, что прибор учета, который считает потребленные гигакалории и делит на квадратные метры дома, делает это более точно и корректно. Да, Олег, и все-таки вопрос, как система вообще в целом пережила вот это экстренное включение отопления, фиксировали какие-то, не знаю, перегрузки, аварии, возможно, возникли, пришлось экстренно и туда бросать силы на их устранение. Ну, ситуация такая нестандартная. Скажу, что вот каких-то серьезных нештатных ситуаций мы не зафиксировали. Есть как раз моменты с тем, что уже там ремонты начаты в тех же Дороничах, например, да, и сейчас экстренно там ЦТП вводим в работу и проводим ремонт подводящей теплотрассы. Но это не потому, что экстренно пришлось включать, а потому что уже гидравлические испытания начались, и мы начали большим высоким давлением испытывать сети, где-то они начали рваться. И для лета это нормально. То есть мы таким образом испытываем, ремонтируем, слабые места находим. Но вот когда это в отопительный сезон происходит, понятно, что здесь мы просто ускорились с точки зрения восстановления каких-то веществ. Ну вот сейчас можно поподробнее поговориться, насколько это сдвинет сроки дальнейших работ, те же гидравлические испытания, то есть придется пересматривать, да, перекраивать даты в связи с возобновлением отопительного сезона, какие-то коррективы. Я думаю, что неделя дополнительная, если это продлится неделю, да, она не сыграет такой уж серьезной, значительной роли. Сейчас у нас гидравлические испытания были распланированы, чтобы не ошибиться, 287 секций в Кирове, разбиты равными долями для того, чтобы завершить их в конце августа. Этот же срок будет в любом случае поставлен, просто где-то придется испытывать и ремонтировать ускоренными темпами. Но если раскинуть эту неделю на 3,5 месяца, которые у нас есть для подготовки, я думаю, что это серьезно не скажется. Что касается реконструкции, которые сейчас уже начались, это 7 или 8 объектов у нас из 30, где уже ведутся работы и вырезаны трубы. Там понятно, что физически подать тепло невозможно, хотя по горячей воде с прошлого года мы начали резервировать. То есть люди по временным схемам, по временно смонтированным трубопроводам горячую воду получают. А вот по теплу здесь нет трубы не подать, к сожалению, ресурсов. Угу. Если заглядывать на несколько дней вперед, то уже известно, потепление идет в наш регион, выходные где-то плюс 15, плюс 16 обещают, а 1 июня 20-22 градуса тепла, то есть что там, очередное постановление о прекращении отопительного сезона, да, администрация должна будет издать. Да. Мы не можем делать это самовольно, это делается как раз по решению муниципалитета, администрации города. Точно такая же история с Кирово-Чепецкой, только там на день позже был возобновлен отопительный сезон, то есть мы по Кирову и по Кирово-Чепецку будем ждать соответствующего постановления для того, чтобы свои работы продолжить. Ну и, соответственно, это же постановление получают руководители управляющих компаний, которые там перекрывают дома. Мне всегда в таких ситуациях хочется спросить, а что вот рядовые сотрудники Т-плюс сказали, когда в воскресенье или в субботу это увидели информацию о возобновлении? Надо заниматься своим делом. Есть разная работа, Володя прав. Я думаю, что энергетики – это люди, которые в любой ситуации не теряют самообладание. Стрессоустойчивость. Она действительно бывает разная. Ну, вот смотрите, я сейчас разговаривал с своей коллегой из Коми. Говорю, а у вас в Воркуте отопительный сезон когда заканчивается? Ну, в конце июня, в начале июля. Да. А начинается следующий в конце августа. У них 2 месяца для того, чтобы подготовить тепловые сети к следующему отопительному сезону.
Но это вот действительно регионы разные. Где-то там в Оренбурге у нас давно уже завершился отопительный сезон, и у них как раз времени гораздо больше. Нам не приходится выбирать. Мы живем и работаем в тех условиях, в которые нас там и природа, и местные региональные особенности погружают. И я думаю, что каждый... Ну, и эта ответственность, правда, вот, кого не спросите, энергетики, это люди, которые... Люди с повышенной ответственностью всегда исполняют, неважно, что бы ни происходило, свой долг в полной мере. Вы знаете, меня еще смутила фраза в Рио Соловьева, вот как раз тот пост в телеграм-канале Соколова, тот пост, где он сообщил о том, что возобновляется отопительный сезон. Погода весной обманчива, но люди не должны мерзнуть только потому, что тепло отключают по графику. Опыт этого года берем на вооружение к следующему сезону. Что тут имелось в виду? Мы сейчас так будем ежегодно говорить, несколько раз да, заканчивать. Да. Доверишь, но вообще это на самом деле самый правильный способ. Это включать и выключать тепло в доме, как и в своем частном доме, тогда, когда необходимо. Угу. Это технически возможно, это не проблема. Как я уже сказал, ресурс подается, в общем, круглый год. За исключением времени ремонтов и прессовок в доме и на наружных сетях. Но для этого люди должны научиться договариваться. Если весь дом, есть консенсус, что мы хотим отключиться раньше, чем завершится отопительный сезон, и заручиться поддержкой всех жителей этого дома, это можно сделать. То же самое можно начать отопительный сезон раньше, если все будут с этим согласны. Потому что это вопрос денег, это вопрос ощущений. Если какая-то пожилая женщина, мужчина, инвалид обратятся в прокуратуру и скажут, что мы не согласны и мы не хотим, чтобы нас отключали раньше, это будет серьезный аргумент, что незаконно это было сделано. То есть, если у вас есть полный консенсус со всеми соседями, вы договорились и захотели включиться, выключиться раньше, вы это можете сделать. Мне кажется, это утопия. Ну ладно, договориться со всеми соседями, вот мне кажется, это невозможно. Спасибо большое. Да, Олегу Прохоренко, руководителю пресс-службы Кировского филиала Ты+, мы не мерзнем, но мы будем платить дополнительно. Остается только в эту ситуацию уповать только на погоду, на природное тепло, на солнце активное. То есть, чем быстрее температура окружающего воздуха поднимется, тем быстрее у нас окончательно... закончится отопительный сезон в этом году, и тем меньше мы заплатим за май. Ну, вот сейчас Олег приводил пример, да. По 100 примерно рублей, но это в зависимости, это надо вот по своей, конечно, по своему квиточку смотреть. У меня затопление, да, в моей трехкомнатной хрущевке было 3 с лишним тысячи рублей. В апреле. В апреле, да. Ну, вот примерно так и получается, то есть по 100 рублей, по 100 с небольшим рублей получается оплата за тепло в мае этого года. Квитанции, напомню, мы получим в июне, и тогда узнаем, сколько мы за июнь, за май заплатим. В сообщении администрации, кстати, говорится, что в четверг, то есть послезавтра, планируется провести встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций, управляющими компаниями, проанализировать работу за эти последние дни, проанализировать прогноз на ближайшие дни, прогноз погоды. Что если он будет благоприятный и в ночные часы температура не будет опускаться ниже плюс 8 градусов, то уже с пятницы, то есть 27 мая, мы начнем тепло отключать, заявил градоначальник Дмитрий Осипов. Ага, понятно. То есть у нас неделька. Получается, да, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 5 дней. 4-5 дней, где-то так. Смотрю, кстати, не только в Кирове такая ситуация. В Москве СМИ выходят с заголовками «Холоднее, чем на Колыме. Лето не придет в Москву даже в июне». Синоптики обещают заморозки и мокрый снег в Москве 24-25 мая. Вижу, что по всей европейской территории России такая ситуация. В Воронеже, где достаточно тепло, в общем, тоже, мягко говоря, ниже климатической нормы. Ну а за Уралом, как известно, жара, прям настоящая жара пожары. Стоит. У нас родственница живет в городе Братск Иркутской области. На связи в мессенджерах находится. 30 градусов, 32 градуса, 24 тут в последние дни. То есть люди уже вовсю прям загорают. Прям, уже и урожай снимают какой-нибудь. А мы тут мерзнем под снегом. Давайте сейчас с еще одной стороной всей этой истории пообщаемся, а именно с управляющей компанией. Генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» с нами на связи Сергей Торхов. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, насколько для вас нетипична эта ситуация, возобновление отопительного сезона, возобновление подачи тепла. Были ли сложности какие-то? Были ли сложности, экстренные какие-то ситуации? Либо... Жаловались ли жители на то, что холодно, да. Или наоборот сейчас жалуются на то, что вы включили, а им платить придется? Обрисуйте ситуацию, да, пожалуйста. Ситуация, конечно, нетипичная, такого никогда не было. Но практика показала, что да, в основном жители сегодня благодарны тому, что не мерзнут. Жалобы, конечно, есть, по той простой причине, что невозможно одномоментно все дома включить, продуть, отрегулировать и так далее. Но основная масса сегодня уже с теплом, конечно. Какие дома не включены, те, которые... По плану графику у нас всего лишь 4 месяца подготовиться к следующему отопительному сезону. Поэтому есть дома, на которых ведутся работы. Есть дома, не подключены по нашей вине, относительно вине. По вине теплоснабжающего они уже раскопали, там где-то чего-то ремонтируют. Ну понятно, то есть там, где начались уже работы какие-то, вы про это говорите. И да? Есть несколько домов, например, Адина 82, где совет дома отказался включать тепло, мотивируя тем, что как-нибудь переживем, зато платить меньше. Ой, а давайте вот поподробнее об этом поговорим. Это пятиэтажка, кстати, Азина 82, по-моему, на перекрестке с Горького. А, Горького? По-моему, да. Где-то там, да? А давайте поподробнее. Да, Горького, Азина. Да, поподробнее о том, как люди могут отказаться. Нужно собрание общее организовывать или как это? Да, ну, зачем? Нет. Буквально, поймите, один позвонит холодно, второй позвонит жарко. Как нам решить? Поэтому самый лучший способ – это все же воспользоваться советом совета дома. Есть председатель, есть совет дома, поэтому каким-то образом извлеченный, значит, назначенный человек, которого можно слушать в первую очередь. То есть личные встречи тут не требуются? По телефону решается, это можно сделать, этот вопрос? Он говорит, что мы не хотим, чтобы у нас возобновляли подачу тепла, и, соответственно, задвижки не открываются. Я не знаю, я настолько замерзла за последние 3-4 дня, что, мне кажется, я, не знаю, готова была бы заплатить сколько угодно. Где тебе замерзать? Ты практически на работе, круглосуточно находишься. Дома ты приходишь, ты там заворачиваешься. Я тоже дома включил отопление у себя сам. Соседи попросили, я включил, поэтому все хорошо. Я не знаю, вот люди, когда говорят об экономии там этих 400-500 рублей, они не учитывают вот те моменты, о которых, например, мы всегда говорим. То есть, во-первых, работает обогреватель, скорее всего, да, если холодно. Ты же платишь повышенные деньги за электричество, это раз. Во-вторых, ты можешь заболеть, простыть, сходите в аптеку, посмотрите, сколько сейчас стоят таблетки, которые в полтора раза подорожали за последние 3 месяца. Если дети более маленькие, если они в садик не пойдут из-за того, что заболели, или они не будут ходить в садик, потому что там полгруппы болеет простуженно, а мы все еще помним про ковид, да, и придется какие-то изыскивать возможности и ресурсы, чтобы с этим ребенком, заболевшим, дома сидеть. То есть это же тоже все как бы финансами оборачивается. Сергей Александрович, давайте так, все люди взрослые, если сказали не включать, то мы не включаем. Будут жалобы, пока нет, вот там, где не включили, больше никто не жалуется. Значит, они нашли какой-то консенсус внутри дома. Понятно. Если будут жалобы, соответственно, мы перезвоним тому, кто отказался, и переговорим. Ничего тут такого страшного нет в этом. С точки зрения времени и трудозатрат, насколько это было для вас, скажем так, сложно? Да, потому что все-таки в выходные дни, как я понимаю, свалилось это все на управляющие компании. Давайте исходить из того, для чего вообще управляющая компания нужна. Чтобы создать комфортные условия жизни жителей. Все нормально, работа привычная, ничего страшного, лишний раз побежать. Да, Сергей Александрович, скажите, а вот это возобновление отопительного сезона, оно сдвинет как-то, отсрочит, возможно, другие запланированные работы уже, которые обычно проводятся после того, как тепло прекращает подаваться, ремонтные, обслуживающие работы, скажется как-то на дальнейшей деятельности? Тоже социально важный, да. На сегодня, вот только что оперативка у меня была, мы сдали на сегодня уже 17 домов. Опрессовали из 150. То есть работа по графику продолжается. Еще хочу сказать спасибо большое все же тепловикам за тот график, который в этом году впервые тоже появился в городе.
никто ни за кем не бегает, в графике все дома, по адресно, по датам стоят, поэтому и мы его придерживаемся, и тепловики. Замечательная идея. Это что за график? График опрессовки, вы про это говорите, ремонтных работ? Да. Ага, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Торхов с нами был на связи, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт». Убегаем сейчас на рекламу. После рекламы продолжим с управляющими компаниями говорить. Все, попробуем такую картинку снять по городу. Программа «Дневной разворот» продолжается. В квартирах кировчан дали отопление. Отопительный сезон 2.0. Рады вы этому, да. Не рады. Да, рады, потому что не хотите мерзнуть, либо нет, не обрадовало вас это явление, потому что не хотите платить. Опрос у нас есть такой в нашем сообществе ВКонтакте. 70% почти по-прежнему не хотят платить и недовольны возобновлению подачи отопления. Кто и все эти люди? 30% да, не хочу мерзнуть. Но мы же люди привычные, у нас же на этот случай всегда припасены обогреватели, да, либо теплоконвектор, либо масляный какой-то обогреватель. И как это сообразуется я с вот как ответом раз, «не хочу платить»? Я вот как раз в выходные прибирался у себя в кладовке и вот расставив все по своим местам. Нет, и расставив все по своим местам, да. Чтобы это все глаз и сердце радовался. Я достал как раз-таки этот масляный обогреватель. У нас уже такая традиция. В детскую комнату все-таки надо и вещи посушить, и чтобы действительно ребятам, сыновьям, я имею в виду, да, потеплее было. И вот он поработал один вечер, и включили отопление. Прекрасно. А у вас батареи, по-моему, нет, да? У вас же панельный дом? Дом панельный, но обычные чугунные радиаторы. Они у вас в квартире, да? Они просто обычные, бывают в панельных домах в стенах прямо. Есть, да. Есть когда батареи, и комнату, понятно. И улицу отопливают. То есть вам, да. Вам можно и сушить на тех батареях. Да, но ничего, недолго. Видимо, до конца недели мы будем жить с теплом. Дальше будет Анна Клепикова к нам присоединяется по телефону, директор управляющей компании «Паритет». Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете этот внезапно свалившийся на нас второй отопительный сезон, вторая серия отопительного сезона? Контрольный. Контрольный, не знаю, контрольный выстрел, да. Ну, как я оцениваю, это было предсказуемо, то есть когда отопление отключали 12 мая, я сразу знала, что его будут снова включать, только вот, как говорится, был вопрос времени, когда. То есть вы прогноз посмотрели? Потому что прогноз погоды мы все видели, вообще непонятно, зачем его отключили, отопление. Все было настроено, все работало, тепло за это время не было с 12 по 21 мая. Поэтому совершенно это было непонятно, и сразу было ясно, что мы будем опять включать отопление. Ну, исходя из этого, раз были готовы, значит, вы держали руку на пульсе, и, собственно, все, что от вас требуется, были готовы в любое время исполнить. Насколько, да, психологически это сложно? Было там, тепло в квартирах. Трудозатратно. Мы такое уже проходили в 2017 году, там отопление включали и выключали 3 раза. И отопительный сезон закончился только 5 июня в 2017 году. Все это уже было пройдено, мы как бы имеем опыт такой работы. Но, конечно, сейчас проблема-то в том, что уже начались где-то гидравлические испытания, где-то нет параметров, то есть многие дома-то остаются без отопления до сих пор. И еще и обиднее, потому что в соседних домах есть отопление, а у них его нет. Не все мерзнут, да? Да, да. Почему я мерзну, если соседям тепло? То есть, конечно, при отключении отопления, потом быстро его снова, даже как бы ты не был готов его не запустить. Вы тоже столкнулись, если говорить о жителях, тоже столкнулись с противоположными точками зрения, надо включать, ну, то есть кто-то замерз реально, вот очень-очень. Включите, кто-то, да, говорит, да, что не очень. Надо. Просто у нас есть примеры, и вот администрация отчиталась о том, что есть дома, где люди приняли решение не включать. Не включаться, и, собственно, продолжают жить в прохладе бодрящей. Да, у нас есть такие дома, которые проголосовали, даже в группах своих домовых сделали голосование, где жители высказали свое мнение, большинством голосов приняли решение не включать отопление. Значит, есть дома, которые, да, реально замерзли, то есть вот звонили, были заявки. А есть дома, которые мы включили им отопление, нам сейчас звонят и говорят, а зачем вы нам включили отопление? Как? Вот. Да, без ведома же нельзя вот было включать, если они сейчас... Вот, как бы, поэтому... Даже мы ссылаемся, что есть распоряжение администрации, они говорят, мы не согласны, покажите нам там наши решения. Вот, как бы, есть такие вот сейчас, да. То есть кому-то холодно, кому-то вот не надо. А кому-то денег жалко? В
Вы знаете, мы как бы столкнулись вот удивительно с тем, что не жалко денег. Вот, да? То есть, если людям холодно, они говорят, нам совершенно не жалко, только включите нам отопление. Я этих людей прекрасно понимаю. А, кстати, мы сейчас вот поднимали тему, да, общедомовых приборов учета тепла. У вас все дома оснащены этими счетчиками? То есть, люди заплатят, то есть, именно за то количество тепла, которое они получили, а не по нормативу? Ну вот как раз по нормативу люди не заплатят. Да, оплата, да, по, да, нормативу закончилась 1 мая. А, да, 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 точно, да, да, да. То есть те, кто платит по счетчикам. Да. Владимир спрашивает, те, все ли дома у вас со счетчиками? Или у нас из 95 домов 4 дома на нормативе. А, у них нет технической возможности. В общем, они-то эти-то дома, они довольны, мне кажется, должны Конечно. быть. Тепло, и тепло, и платить не придется, да? Скажите, да. Скажется ли эта вот ситуация, возникшая на дальнейшей работе управляющей компании «Паритет»? Все равно ведь есть планы по ремонту, по обслуживанию, что-то заменить и так далее. Сдвигаться будут сроки. Из графика вашего ремонтного выпадаете вы сильно? Не пойдет ли это как, не пойдет ли это как снежный ком? Да, что-то, возможно, придется У нас все было уже запланировано, у нас уже начались отрисовки, подготовка к отопительному сезону. Мало того, что у нас это было запланировано, у КТК же графики составлены на этот год по отрисовке. Да. То есть у них все это было уже и просчитано, и запланировано. Но вот руководитель пресс-службы, нам, да, руководитель, да, пресс-службы филиала Т-Плюс Олег Прохоренко, он сказал, что ну, нам придется интенсивнее, да, в том числе трудиться. Да, да, конечно. По управляющим компаниям, видимо, уже началось. То есть отопительный сезон заканчивается, мы сразу начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. То есть поэтому по некоторым домам у нас сейчас не получилось запустить отопление именно по этим причинам. Угу, потому что уже там начались работы, да. Ну ничего, через три дня, в пятницу, как говорится в сообщении городской администрации, видимо, уже вам придется снова, надо вам будет придется потихоньку снова уже заниматься отоплением в доме. Переставать подавать тепло. Спасибо большое. Анна Клепикова с нами на связи была, директор управляющей компании «Паритет». Ну, вот такая картина, да, вырисовывается. То есть, действительно, есть те дома в городе, жители которых не хотят, чтобы им включали тепло, готовы померзнуть. Я этих людей не очень понимаю, но при этом, что я могу сказать? Ну, хозяин барин. Вчера, ближе к 9 часам вечера, Александр Соколов, исполняющий обязанности главы региона, отчитался о том, что в областном центре тепло получили порядка уже 700 жилых домов, около 300 социальных объектов. Причем он сам решил убедиться, подали ли тепло. Написал, что он лично позвонил в несколько детских садов и больниц. Дети в тепле, все в порядке. Задача первоочередная выполнена. Ну, а что касается глав районов, я так понимаю, да, районов Кировской области, особенно больших городов районных, такие как Вятские Поляны, Советск, Мутнинск, Котельнич и так далее, господин Соколов рекомендовал настоятельно местным главам лично проконтролировать ситуацию, зайти в садики и школы и убедиться, что тепло там есть. Представляешь, сейчас чем главы районов занимаются? Они объезжают, да, садики и школы. Объезжают социальные и учреждения и внимательно изучают, да. Внимательно изучают я этот не вопрос. Знаю. Честно говоря, мне вот эта вот вся история с ну, несколько ручным, что ли, управлением кажется немножко странной. Зачем? Ну, позаботился человек. Нет, нет, да. Я понимаю прекрасно, что, может быть, человек, особенно он же вот только приехал, он ответственно подходит, да, к своей работе, вот. Ну, не знаю, мне кажется, тут родители лучшие контролеры, если речь идет о детских садиках, они прекрасным образом могут прийти, потрогать батареи и главу района просто оборвать ему телефон. Татьяна Демина с нами на связи, генеральный директор группы компании «Азбука быта», Киров, Ижевск, Ульяновск. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, у вас новые дома. Вот для вас эта история с возобновлением отопительного сезона насколько проблемной была? Ну, как скажем, что значит проблемной? Давайте, во-первых, определим, что постановление носит рекомендательный характер, поскольку дома действительно новые, температура комфортная, и мы в очень тесной связи работаем с нашими собственниками, мы выработали у себя такой план действий, и с понедельника мы запустили опросы. Поэтому сейчас на основании этих опросов мы будем принимать решение, какие дома запускаем, а какие нет. Вот прям сегодня, вот мы там в течение часа еще проведем окончательный опрос, потому что, например, на сегодняшний день вчера было порядка двух, так, были
три опроса, по которым собственники самостоятельно приняли решение, что им не нужно включать отопление. О, очень важно. То есть промежуточные это итоги уже есть. Большинство конечно, против. Конечно, да. Угу. И, то есть мы в понедельник сразу в 8 утра начали работу по этому вопросу, потому что в выходные с вами получили это постановление. Погодные условия, естественно, не, скажем так, не на руку, да, никому, поэтому выработали такое решение. Сейчас продолжаем эти опросы, и вот на 14.00 будем снова подводить итог для того, чтобы конкретно определить те дома, по которым мы будем запускать или не будем запускать отопление. Татьяна, а есть те дома, которые сказали, да, дайте нам скорее отопление? Вот, ну, вот, ну, конкретные звонки, вот сегодня, да, жалобы. Есть единичные заявки, когда собственник звонит и обращается, да, можно ли включить отопление. Но повторюсь, поскольку у нас на домах работают активы, и мы через активы уже подобное решение выработали, сейчас на основании данных опросов, чтобы вот как раз снизить тот пул...